Это дебют. Мы первый раз. И теперь, наверное, надолго. Замечательный праздник, вы знаете, никогда такого еще не было. Мне очень понравились конкурсы. Ребята выступали, ну, я не знаю, откуда такая фантазия. Мы смеялись от души, вот как дети, я же поплакала немножко. Я очень тоже поражен, потому что фантазия детская, я вообще не могу себе представить, чтобы было такое в голове укладывалось. Каждый конкурс был оригинален. Знаете, у меня дети уже взрослые, 16-15 лет, но, к сожалению, в лагерь ездят только 4 года. Это уже как семья, потому что сюда приезжаешь, уже все знаешь, ребенок доволен, постоянно что-то интересное. Я вот смотрю, и в мое детство я бы хотел в такой лагерь, видимо, какой-то своей атмосферой такой, которая сохранилась, вот я прям ощущаю свое пионерское детство. Если первый год он приезжал, то постоянно хандрил, говорил, скучно, неинтересно. Но через неделю уже говорил, что все замечательно, а привыкает. Сейчас уже просто не оттащишь за уши. На мой взгляд, это атмосфера единения семьи, потому что ведь я сам был пионерским вожатым, ездил в лагерь, я понимаю, и был пионером, и понимаю, что комплекс мер создает уют. Нас поражает, насколько все дышит заботой о семье. И самое главное – отсутствие конфликтов. Наверняка где-то что-то есть, но умение создать такую уютную атмосферу – это, в общем, дорогого стоит. Я желаю процветать, желаю, чтобы детская радость, детский смех здесь всегда наполняли это место. И я думаю, что тогда все будут счастливы. Я бы вообще, как говорит мой сын, консервант, желал бы не меняться. Но когда не меняешься, наступает застой. Поэтому я пожелаю лагерю развиваться, обновляться. Я думаю, у вас все получается, что вы хотите. Все хорошее смогли сохранить. Организация Поленова, тот, кто это делает, большое им спасибо. Дай бог, чтобы лагерь жил. Вот, и я думаю, что все мы будем этому способствовать.